Lieutenant Dan. Несколько слов о том, как вы должны стоять правильно в объятии. Существует два типа объятия – открытое и близкое. Начинать можно в открытом, это чуть-чуть проще. Партнер предлагает партнерше руку, левую. Девушка кладет свою руку сверху, ни в коем случае не повисает на руке партнера. Мы оба держим свои руки на этом уровне самостоятельно. Ладонь партнера смотрит внутрь нашей пары. Ни в коем случае не заламывайте ладонь в сторону партнерши или в сторону партнера, потому что рука будет уставать. Локти свободно опущены вниз. Мы их не поднимаем наверх, не прижимаем к себе. Естественное положение локтей, естественный вот такой прогиб руки. Старайтесь следить за тем, чтобы локти не уходили назад за спину партнерши или за спину партнера. Левая рука партнерши в открытом объятии лежит на трицепсе партнера. Девушки, не кладите свою руку на плечо партнеру, не надо тянуться на спину партнера в открытом объятии. Держусь плотно, хорошо, крепко. 4 пальца сзади. Правая рука партнера лежит под лопаткой партнерши. Никуда меня к себе не тянет, но и не щекочет, еле-еле касаясь спины. Плотный хороший контакт. 4 пальца лучше держать собранными. В таком положении девушка стремится хорошо ладонями держаться за партнера. Обычно у партнеров существует такой соблазн. Если они плохо чувствуют девушку, они пытаются вести руками в танце, сгибая локти, помогая девушке куда-то двигаться. Это очень большая ошибка. В танго все ведение сосредоточено в корпусе партнера и ни в коем случае в руках. Руки – просто красивая рамка и еще одна точка контакта, приятная для нас. Второй тип объятия – это близкое объятие. Для того, чтобы встать в близкое объятие, вам нужно обязательно хорошо вытянуться наверх и перенести вес на переднюю часть стопы. Тогда ваши корпуса окажутся ближе друг к другу, а бедра и стопы дальше. Положение рук такое же. Единственное, я обнимаю партнера сзади за спину, и он чуть дальше тоже обхватывает меня за спину. При этом рука партнера обхватывает меня в плече достаточно близко за корпус. Не надо вытаскивать локоть в сторону. Естественно, чтобы девушка сделала очи, партнеру нужно на это очи повести. Как это делается? Можно встать в такое учебное объятие, когда девушка держится за плечи партнера, а партнер не трогает девушку руками, чтобы избавиться от соблазна поводить руками. Я держусь за плечи партнера, мы меняем вес с ноги на ногу, мы делаем шаг в сторону, партнер поворачивает свои плечи, разворачивая меня. Мои бедра тоже поворачиваются. И он делает еще один шаг в сторону. Для меня это будет первый шаг очо. Шаг, еще один поворот. Шаг, еще один поворот. Дальше мы идем зигзагом. У меня очо, у партнера шаги в стороны. Партнеры, очень важно после каждого шага поворачивать партнершу. Если вы сделали один шаг очо, это не значит, что девушка сказала «есть сет» и продолжила делать очо самостоятельно. Нет, все может измениться в любую секунду. Здесь на танцполе может появиться пара, или может измениться настроение в музыке, или просто поменяться что-то в планах у партнера. Поэтому девушка всегда ожидает ведения на следующий элемент. Если партнер ведет меня на очи назад, то он после каждого шага как бы обходит меня плечами. Как будто девушка – это большая колонна, вокруг которой партнер скользит грудной клеткой. Это меня поворачивает на очи назад. Если партнер хочет вывести меня на очи вперед, то после каждого шага он будет предлагать мне пространство для поворота, открывая плечо. Открывая плечо. Вы можете остановиться в любой момент, покрутить девушку и повести ее на очи назад, либо на очи вперед. Ноги партнер старается собирать, чтобы это было элегантно. Ни в коем случае не делайте вот так. Это неудобно.